меняется ситуация. Когда мы освобождали славян, мы думали, они будут с нами. Они оказались с немцами в обеих мировых войнах. И сейчас пристегнуты к НАТО. Прекратить любую помощь по национальному признаку, по цивилизационному, по религиозному. И это программа ЛДПР. Это мы об этом говорим, но чиновники решают по-другому. Они говорят, что будем продавать подешевле, они будут с нами. Для определенного этапа, да, 20 лет хватило. На дармовщинку, иждивенцы, на хлебники. И Грузия, и Прибалтика, и Украина. Но пришло время, и Прибалтика в НАТО, да где наши деньги? Если бы эти сотни миллиардов, потерянных на Грузии, Украине и Прибалтике, там, может, уже доходит до триллиона, мы бы бросили на улучшение жизни нашего народа.